Привет, друзья, вы на канале Кнопочка Вика. Как вы уже видите, я опять на кухне. Это значит, что мы опять что-то будем готовить. Готовить мы будем котлеты. До этого нам понадобится сухая булка, мясной фарш, молоко, яйцо и лучок с луком. Лук с чесночком. Лук с чесночком. И соли. Ну, песто. Сначала нам нужно залить молоко в булочки. Теперь мы разбиваем яичко и кладем ее. Фарш. Теперь мы добавляем лук и чеснок в наш фарш. И вот наша булочка уже размягкась. Теперь берем по чуть-чуть и туда кладем. Начинаем жарить котлетки. Мои котлетки готовы. Если вам понравились наши котлетки, ставь лайк, подписывайтесь на канал. Кнопочка Вика. Всем пока, до новых встреч!